Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Надя, и сегодня у нас будет очередная распаковочка, обзор, а также тестирование. Ссылочки на все товары, как всегда, будут в описании под видео. Всем приятного просмотра! Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Итак, поехали! Первая посылочка, я тут уже немножко поигралась. Разрезала и дальше продолжаем вместе с вами. Вот такая тут штучка идет. Это мне пришла продукция с магазина Я Йоджи. У меня уже на канале есть обзор на данные товары с этого магазина. Можете посмотреть. Итак, это пришло с официального магазина. Ссылочки я вам оставлю как на AliExpress, так и на официальный магазин. Вот так все продавец упаковал. Это, короче, мне пришли блестяшки серии Platinum. Как вы знаете, я очень люблю серию Platinum. У меня уже очень много разных цветов от разных фирм. И сегодня я решила попробовать от Я Йоджи. То есть я заказала быстрее, но сегодня с вами будем их тестировать. Посмотрим, как они вообще. Итак, вот. Доставка очень быстрая с официального магазина, где-то 2 с чем-то недели, очень быстро. Давайте посмотрим. Короче, это мне пришли тут база и топ. Моей дочке есть уже эти базы и топ. Они ей нравятся. Моей дочке также есть канал на YouTube, ссылки на ее канал я также вам оставлю. Кому интересно, заходите, смотрите. Конечно, если вы ее поддержите подпиской, мне будет очень приятно. Итак, давайте начнем. Давайте покажу сначала вам я эту топ и базу. Вот, сейчас посмотрим. Вот такие баночки. Фокус. 10 мл. Конечно, не маленькие, я бы так сказала. Вот состав. Что тут у нас заявлено? Фокус. Вот вам немножко поближе. Вот. Заявлено, что 30 минут нужно сушить у УФ-лампе. УФ-лампе 2 минуты в LED 30 секунд. Вот такие флакончики, баночки. Это идет у нас база. Тут все указано. Ну, консистенция, я бы сказала, что не жидкая. Как видите, вот такая тягучая. Что-то наподобие каучуковой базы. Вот, как видите, хорошо тянется. Я видела у девчонок на обзоре эти топи базу. Они их хвалят. Вот, посмотрите, какая классная консистенция. Вот такая база. Консистенция, девчонки, мне нравится. Посмотрите, какая она густая. Ничего никуда не будет затекать. Вот. Давайте посмотрим топ. Это у нас топ. Все заявлено на баночке. Топ. 10 мл также. Посмотрим консистенцию. Какой он на самом деле. Ну, топ. Густой. Такой, как и база. Посмотрите. Ну, может, он немножко застыл, так как я посылку только получила. И сразу снимаю видео, так как у нас холодно. Может быть, и он такой застывший. Ну, сейчас посмотрим. Запах у них такой легкий, не резкий, как у базы, так и у топа. Баночка полная. Кисточка ровная, ничего никуда не выступает. Ну, мы сейчас топ выкрасим, посмотрим, как он на самом деле. Посмотрим сейчас цвета. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что-то у меня тут все падает. Давайте, 10 мл, посмотрим поближе состав. Короче, у них, я так поняла, все одинаково заявлено. Professional, то есть профессиональный, это идет гель. Также 30 секунд.
для LED-лампы и 2 минуты для UV-лампы. Короче, я тут посмотрела, тут состава, конечно, нет, тут только меры предосторожности, что подальше от детей хранить. Вот, что-то я ушла из камеры, конечно, извините. Так, очень красивый такой розовый цвет. Баночки, вот, столечки наполнены. По плечике, я бы так сказала, видно, все хорошо видно, конечно, на камеру. Все красиво играется, сверкает. Ну, мы сделаем выкраску в конце, так что досмотрите видео до конца. Вот такая консистенция. Дальше следующий 02. И, девчонки, это такой с блесточками, как видите, и голубой, и золотой, и синий, красный, разноцветный. Мне кажется, что этот гель-лак будет хорошо как бы на подложку любую покрывать, и все будет суперски смотреться. Консистенция у них не жидкая, это мне уже нравится. Блестяшки, как вы знаете, я люблю, я как-то ворона, сорока, все люблю блестящие. Ну, как это не любить, да? Вот, 3, под номером 3, это я брала набором. Ну, как бы набором всегда дешевле получается. На Алиэкспресс смотрите, есть ли в магазине купоны. Всегда, когда я делаю заказ на немаленькую сумму, я смотрю в магазине, есть ли купоны. И всегда гораздо дешевле получается с купонами покупать. Это так бы, также получается, как бы на подложку можно наносить. Такие блестяшки розовые уже, только розовые. Эффект под серебро. Короче, это у меня серия идет платинум. Все цвета идут с платинум серии. Цвет под номером 4. Это уже более такой спокойный, я бы сказала, цвет. Под не то золото, не то розовый. Если сравнить с предыдущим, он немножко такой бежевый, что ли. Вот, посмотрите, как он классно играется на камеру. На ноготочках также будет очень ярко. Цвет под номером 4 и цвет под номером 5. Это уже более серебро. Немножко с розовинкой отдает. Такие блестяшки. И следующий. Это у нас 6, номер 6. Это также очень такой красивый, такой не то розовый, не то красный. Наполняемость вот столько, столечки. Все цвета по-разному красивые. Я думаю, что каждая из вас выберет свой цвет. Выкраска будет в конце. Давайте следующая посылочка. Это, короче, мне пришли пластины от Beauty Big Bang. Кто меня смотрит, знает, что я люблю эту фирму. Эти также Bored Pretty и JR-ки. Ну и Mazerdo. Это одни из самых любимых моих пластин. Это чисто мое мнение. Вот, давайте посмотрим, какие мне номера пришли. Должно 71, 76. Давайте это все... Так, сложу 73, 74, 75, 76. Итак, давайте начнем. Вот такой дизайн. Всегда нравится мне их дизайн. И, конечно, доставка очень быстрая. Я брала это лотом. Это идет с официального магазина Beauty Big Bang. Ссылочку на
скидку 10% я вам оставлю в описании под видео. Там надо использовать специальный промокод перед оплатой, и тогда у вас получится 10% скидки. Конечно, немало. Если можно сэкономить, почему бы это, девчонки, не сделать? Это действует только скидка на официальном магазине, не на AliExpress. Так что это учтите. Вот такой красивый дизайн. Цветочки, ой, бабочки, вензелечки. Пластина под номером XL076. Вот тут сайт. Давайте откроем, посмотрим, что тут за красота. Вот такая подложка, логотип. Это вот такие вензелечки. Это красивый рисунок. Этот красивый, этот такой будет красиво сочетаться на ноготочках. Будет как бы удлинять ноготочек. Я люблю такие рисуночки. Брала, конечно, я лотом, не все я пластины. Как бы буду использовать, некоторые подарю своей дочке. Да, поделюсь с ней. Что-то может ей пригодиться. Да, мне очень понравились девчонки. Сейчас мы с вами посмотрим. Я очень люблю девчонки. Конечно, лотом всегда дешевле получается покупать. Вот так они должны быть. Вот тут номер пластин 76. Красивый этот рисунок. Ну, эти такие длинные также люблю. Следующая пластина, это под номером 75. У меня очень много всяких пластин есть от Beauty Big Bang на канале. Кому интересна эта фирма, смотрите, девчонки. Это действительно хорошая фирма, одна из самых лучших. Ссылочки я вам оставлю как на AliExpress, так и в официальном магазине. Это также вот такая серия с венделечками, пластина под номером 075. Вот этот красивый такой цветочек, но он большой. Если на большие ноготочки, тогда он хорошо ляжет. А на эти у меня они не широкие, будет слишком большой смотреться. На большие почему бы и нет. Вот этот такой мне нравится. Ну, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Вы выбираете для себя. Это такой красивый, интересный. Вообще серию с вензелечками я люблю. Также с девчонками. Это как бы и бабочки сюда входят. Это самая любимая тематика для меня. Вот это такие выкрутасы. Тут сеточка такая. Ну, рисунки эти как и на маленькие ноготочки подойдут, так и на длинные. Вот. Можно также делать разукрашку, как бы реверсный стемпинг. Все это будет еще ярче смотреться. Следующая пластина под номером 73. Ну, этот дизайн красивый такой, воздушный, легкий, такие цветочки. Хотелось, чтобы все продавцы так упаковывали свой товар. Такая девчонка. Да, это пластина с девчонками. Вот эту пластину я как раз полюбила, очень она мне понравилась, взяла я лотом. Еще одна, сейчас мы посмотрим, какая мне еще понравилась пластина. Вот такие девушки. Мне также от JR-ок нравится пластина с девушками, не помню номер, но также красивые там идут пластины. От Beauty Big Bang помню, что еще номер 025 очень мне понравился, также с девчонками. Вот это такая какая-то интересная девушка. Что ли, дождь на нее идет, такой рисунок. Вот. Это с бабочками. Это вообще девушка или мальчик-кошка. Сердечки, птичка. Ну, конечно... Вот это классное, да? Тут звездочки. Интересная. Девушки большие. Ноготочки маленькие. Не очень будет, конечно, смотреться. Только на длинные ноготочки. Вот. Если какой-то и элемент, тогда да. А полностью на короткие не пойдет. Они больше на длинные ноготочки подойдут.
Эта пластина мне понравилась. Классная, девчонки, ее вам советую. Следующая пластина, это пластина под номером XL072. Это вот такая красивая, точечная пластина. У меня уже подобные есть от Born Pretty, от Cuts. Ну, как бы не удержалась. И вот Lotum, а и от Beauty Big Bang. Эти точечки всеми популярные. Короче, классная пластина. Вот эта панда такая интересная. Воздушная, легкая. Классно смотрится на ноготочках. 72, также я вам, девчонки, ее советую. Кто еще не купил такую пластину от других фирм, тогда да, почему бы и нет. Мне кажется, что у каждой девушки должна быть такая пластинка. Она очень такая классная, летняя, почему летняя, воздушная, вот так бы я ее описала. Легкая, нежная в то же время. Классная пластина. И еще одна пластина под номером 071. Вот. И за эту пластину я также говорила. Мне очень она понравилась. Вот девчоночки, танцующая пластина. То есть девчонка танцует. Вот. Ананасики для лета. Почему бы и нет. Арбуз. Вот такая летняя пластина. Пляж. Короче, фламинго. Нет, а девчонка на пляже красивая. Пластина под номером 71. Также она мне с этой серии очень понравилась. Вот подложка. Тут идет сайт магазина. На каждой пластине указан. Если вы хотите тестирование вот этих пластин, обязательно пишите мне в комментарии, отдельно сниму видео, потому что у нас так длинное видео получается. Чтобы мы не затягивали, пишите, девчонки, я вам сделаю. Конечно, если вам интересно вот это тестирование пластин. Дальше, следующая посылочка, это мне пришли стирка. Стирка пришла. Это идет голографическая втирка. У меня уже другие есть втирки голографические. И вот решила еще такую попробовать. Вот. Ну, мы ее попозже с вами также протестируем. Так, хочу посмотреть наполняемость. Насколько она наполнена. Вот, пошуршим. Девчонки мне писали, что не очень любят шуршание. Ну, как без этого? Best Color Graphics. Посмотрите, какая она классная, красивая. Конечно, с голографической втиркой всегда классный дизайн получается. На раз-два. Я всегда втираю втирочки на топ без липкого слоя. Вот такой наполняемость. Ну, хочу сказать, что хорошие. Наполняемость. Мы с вами обязательно ее протестируем. Так что смотрите видео до конца. Дальше следующая посылочка. Это еще одна втирочка. Это уже идет втирка Аврора. Так, мне надо подготовить гипсы. Мы попозже это все дело протестируем. Да, конечно, пишите мне свои комментарии, лучше ли сразу тестировать или в конце. Ну, я буду делать сегодня в конце, вы пишите, я учту, все я читаю. Конечно, всем отписываю на комментарии. Вот это такая Аврора. Очень красиво на светлых оттенках смотрится эта втирка Аврора. Все, уже полетело. Ну, ее мало, не очень много. Посмотрите, какая красота, но ее мало тут баночки, совсем чуть-чуть. Там вроде бы грамм был заявлен продавца, но думаю, тут столько и есть. Посмотри, какая она красивая, классная. Вот. Да, мы с вами ее также протестируем попозже. Давайте следующую посылочку посмотрим.
Это мне пришли страсики. Как бы без страз. Я стразы люблю. Вот, всегда яркий дизайн получается стразиками. Это маленькие, самые маленькие. Это троечка. Посмотрите, как они классно играются. Красиво, ярко. Как я говорю, страз много не бывает, и срока годности нет. У меня даже есть стразы 15 лет давности, у меня еще запасы есть. Так что надолго хватит. Да, у меня на канале очень много всяческих разных страз. Кому интересно, смотрите в моих предыдущих видео. Да, и еще одна посылочка, такая большая. Ну, тут она у меня пришла немножко поврежденная. Сейчас я вам покажу, как это все дело пришло. Вот так она мне пришла. Вот, тут все было запаковано. Я это уже разрезала за кадром, но немножко она повредилась. Ну, конечно, это все наша почта виновата, задели. Главное, что все пришло целое. Это, короче, мне пришли новиночки фольги. Как вы знаете, я очень люблю фольгу. С фольгой работать. Креплю я ее или на такой клей обычный, или на липкий слой топа. То есть на липкий слой гель-лака. На липкий слой гель-лака или на клей для фольги. Также у меня есть клей специальный для фольги, который сохнет в лампе. Также на него могу крепить. Вот, сейчас посмотрим поближе. Эта тематика идет зимняя. Сейчас давайте посмотрим. Зима не за горами. Вот елочки, снежинки. Вот так, если это сравнить с ноготочком. Вот так будет смотреться. Давайте еще посмотрим. Вот такая снеговик тут. Вот такой снеговик. Давайте на ноготочек приложим. Подарочки. Вот такой лот. Ссылки я вам, конечно, девчонки, оставлю. И вторая, как бы у нас ближется Хэллоуин. Вот. Такая фольга. Какая-то страшная. Да, давайте еще вот это такая посмотрим. Это мне больше нравится. Тут домик этот такой. Давай еще одну посмотрим. Вот эти пауки классные, да? Вот. Ну, мы с вами сегодня также ее протестируем. Итак, давайте начнем с выкраски цветов. Вот это. Серия мне очень, девчонки, понравилась. Итак, возьму я свои типсы. Люблю я выкрашивать на эти типсы. И потом сразу с баночкой и хранить. Вот, 3, 6. Давайте цвет под номером 1. Лампа у меня уже есть тут возле меня. Цвет под номером 1. Вот. Вот такие блестяшки. На 2 слоя будет хорошо. Один, конечно, мало полосит. Вот. Такой цвет. И на просушку в лампу на 30 секунд. Как и заявлено продавцом, 30 секунд LED-лампа и 62 минуты получается УФ-лампа. Дальше цвет под номером 2. Пускай у нас сушится, и мы продолжаем выкраску. Вот этот мне очень, девчонки, понравился. Я говорила, что его можно на любую подложку. Вот, посмотрите, какой он классный. Что-то подобное от
Джоди Коко, цвет под номером 824, там у них есть. Вот, посмотрите, какой он классный. И на просушку. Дальше следующий цвет под номером 3. Это такой розовый, темный розовый, я бы так его назвала. Так. Вот, видите, он также подойдет на подложку любую. Или, я думаю, даже 3 слоя его нужно наносить, потому что очень проплешивает. Все блестит, играется. Дальше цвет под номером 4. Дальше. Это поплотнее, если посмотреть на предыдущий. Вот. Также, я думаю, на 2 слоя можно уложить. 4. Следующие 5. Это больше серебро. Так сказала, под серебро больше цвет этот. Да, все это контролировать процесс съемки и красить не так уж и легко. Так что, кто еще не подписался на канал, поддержите меня подпиской, мне будет очень приятно. Вот такой цвет 5. И еще у нас цвет под номером 6. Также интересный цвет. Это уже побольше тут блестки идут, шестигранники, как вы видите. Предыдущие были мелкие блестки, вот такой с розовинкой цвет. И на просушку. Вот такой результат я нанесла в 2 слоя. Второй слой наносила за кадром. И давайте сейчас вместе с вами перекроем топом. Это номер 6. И перекроем топом. Посмотрим, как топ. Ну, топ очень у меня густой. Посмотрите, какой он густой. Но он быстро самовыравнивается. Да, он загустел, потому что у нас холодно. Я только посылку получила. Вот такой густой. Но он все быстро самовыравнивается. Посмотрите, капельку держит. И на просушку в лампу. На 30 секунд. Итак, я уже просушила. Топ идет без липкого слоя. Вот такие цвета, девчонки. Я их выкрасила в 2 слоя. И сейчас вам покажу поближе. Это цвет под номером 1. Он подобный цвету под номером 4. Но этот идет более мелкий. Такие блесточки. Это идут покрупнее. Посмотрите, они подобные. Только эти мелкие. Эти крупнее. 1 и 4. Очень мне понравился цвет под номером 2. Дальше следующие 3. Дальше следующий 5. Такой серебро, также классный цвет. И этот хороший цвет под номером 6. Вот такие блестяшки. Вот сниму их вам поближе. Вот такую красоту. 1, 2, 3, 4, 5, 6 цвета. Этот он очень красивый, классный, советую. Итак, я уже нанесла топ за кадром и просушила 30 секунд. И сейчас будем делать втирку на теплый топ. Вот, сначала давайте эту голографик втирку втерем. Буду я это делать пальцем.
топ идет без липкого слоя. Расход втирки минимальный. Посмотрите, какая красота. На раз-два такой крутой дизайн получается. Вот, посмотрите, как красиво. Тут немножко я не докрасила. Эффект призма классный. И давайте вторую. Это втирка Аврора. Конечно, наполняемость голографик круче. Лучше наполняемость, нежели вот этой Авроры. Авроры совсем чуть-чуть. Давайте. Посмотрите, какая она классная, красивая. Эффект минимальный, так как бы чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот такая она красивая. Ну, конечно, на белом будет больше она такая золотая смотреться. На черном она вот такая. Да, если их вместе. Я за кадром нанесу на них топ и к вам вернусь. Вот я уже нанесла топом и просушила. Вот такой эффект под топом. Очень это красивая голографик, конечно. И сейчас я нанесла на белую кипсу. Пока сушится, мы сделаем также втирку Аврора. Так, кипсу я уже просушила. И сделаем сейчас Аврору на белую подложку. Вот. Такой эффект. Конечно, на черной подложке лучше видно эффект, но на белой также очень красиво смотрится. Вся испачкалась. Голографическая. Итак, втирки мы с вами протестировали, и сейчас пришло время фольги. Вот такой клей я уже нанесла на вот эти типсы. Клей у меня уже просох. И давайте будем отпечатывать фольгу. Давайте начнем с этой новогодней фольги. Вот этот желтый, так чтобы на черном было видно. Снежинки, елочка. Сейчас я отрежу за кадром. Итак, вот выбрала я рисуночки. Вот этот снеговик. Давайте сначала отпечатаем на вот такую черную типсу. Как раз на большие ноготочки вот этот снеговик. Клей, когда высох, он полностью идет прозрачный на типсе. Так, притаптывающими движениями это все разравниваем, чтобы все хорошо нам отпечаталось. Вот, все хорошо. Вот такой снеговик у меня получился. Вот этот такой красивый олененок. Также будет классно смотреться на ноготочках. И давайте отпечатаем вот эту елочку. Вот снежинки тут такие миленькие. Тут пишет Merry Christmas. Очень мелко. Сейчас посмотрим, как это все дело у нас получится. Давайте вот таким образом. Если я наношу клей для фольги, тогда я закрепляю слоем базы и слоем топа. И все хорошо носится. Главное, чтобы фольгу убрать с торцов, если вы отпечатаете. Забафить торцы. Так само, если запечатывать втирочку, убираю все с торцов, потом наношу слой базы и слой топа. Вот и отпечатали. Вот такой веселый рисунок у нас получился. И давайте еще вот эту такую хэллоуинскую фольгу. Тут такая пироженка с глазом и тыква. Отпечатаем.
все это хорошо надо разровнять, чтобы красиво рисунок получился, чтобы не было проплешин. Ну, мне как бы лучше это все делать пальцем. Вы можете идти силиконовым пушером. Все я разровняла, и давайте отпечатаем. Вот так у меня получился рисуночек. Вот, все отпечаталось. Вот такие у меня сводчи с фольгой получились. Вот такая у нас сегодня была большая распаковочка. Ссылочки на все товары, как всегда, я вам оставлю в описании под видео. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем хорошего дня, отличного настроения, удачных покупок. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.